Кофе блокирует усвоение витаминов. Может быть, да, потому что пока кофе в организме есть, да, ничего в организме больше не может усваиваться. Научно доказано, что кофе вымывает кальций из организма. Да, потому что там содержится кофеин, и витамины плохо усваиваются. Нет, если хороший кофе, он не блокирует усвоение витаминов. Навряд ли. Нет, я об этом не слышала, по-моему, это не так. Спорный вопрос, не согласен. Наверное, скорее всего, да. Нет, потому что в кофе тоже есть витамины.